эксцентриссимо. Ну, у кого не бывает неудачных покупок? Ботинки из интернета оказались слишком большими, кофточка не подошла к цвету волос. А испортившуюся рыбу в вакуумной упаковке из гастронома принести – это вообще самое милое дело. Британский миллионер и коллекционер Фрэнк Коэн тоже как-то раз опростоволосился. Сделал заказ известному скульптору. Нет, даже не так. Обратился к одному из самых дорогих ныне живущих художников – Джеффу Кунцу. Ждал 8 лет. Заплатил $20 миллионов. Рассчитывал получить шедевр для биеннале тщеславия. Но скульптор за эти миллионы так разошелся, что его работа, кстати, не Венера там какая-то, а обезьяна из воздушных шаров. Так вот, она оказалась настолько большой, что просто не поместилась в выставочный павильон для современного искусства, который наш миллионер открыл в Лондоне. И что же сделал Коэн? То же, что и обычный человек, который хочет что-то продать. Пошел на сайт объявлений. У них свои, конечно, порталы, Кристис, например. И вот ошибка коллекционера обернулась успехом. Гигантская обезьяна нашла почитателя за $26 миллионов. Эксцентриссимо.